улетел на вальке, улетел лизнит тотем, на вальке улетел, который, ну, не было домани. Вы хотели поменять рейд и оставить экстрему и боль, и в итоге мы все равно меняем экстрему. Молодцы. Отлично, мы придумали. Хотели, но у нас не получается в три хила бить, потому что... Все, значит, все, хватай, заходи на эрдру. Терин идет на АДК. Извините, что я ворвусь, но Дима Террел. Шли всех нахуй и делаешь, меня. Как считаешь нужным. И все. Хорошо, погнали. Ну вот сейчас мы вайпнемся, вот как они хотят. И потом я сделаю так, как я хочу. Давай, где ты там, Джерин? Сани. Просто нет, это не пустые сделал, какие-то хотел, выебоны, ты... которые там, ну, где-то там идут, короче, за фоном, да? И сейчас они начинают вырываться, как бы, будто они первые. Гаси их, нахуй. Просто гаси, надо, я могу, блядь. Ебать, Виталя, заебал. Завязывай. Какая-то хуйня, как реклама на этой серии, понимаешь, блядь? Хуйню какую-то говоришь, не, хрень какая-то, не могу послушать. Но будешь собирать рейд, будешь говорить, что хочешь, блядь. Ну зачем вы лезете в чужой рейд, я не пойму. Шестичасовой тоже в надо было лезть. Мы вайпаемся, сука, и вайпаемся, и вайпаемся. Не иди сюда, ливай отсюда, значит. Я так... не хочу ливать, хочу просто убить. А я хочу, чтобы Джерин уже зашел. Вот, все. Все зашли. Джерин пострадает от этого, что он там не пристом пойдет. Ты пострадаешь от того, что перестанешь умничать или нет? Это слышь? Я пострадаю от этого. Виталик, ты, конечно, мне брат, но я согласен с Бобом, вообще согласен. Так я про тебя же тоже это говорю. Конечно, ты будешь с ним согласен. Джерин и мой, раздуплитесь, кто из вас БДК и анхолик. Потому что ты был... Не из-за нехватки ДПСа. Если что, если вы не видели вообще, что тут происходит. Лок у нас, блядь, не смог на край зайти. Лок, понимаешь? Бля, да я не говорю, что у нас нехватки ДПС. Все было нормально, мы умерли. Сейчас времени, давайте просто дадим фул бафы и заткнемся. В смысле нехватки ДПС нет? Ура, все заткнулись. 5 валькир это нормально. Вы заткнетесь? Нет. Спасибо. Теперь можно я скажу? В общем, я могу зайти. Иди друидом, я сказал друидом идти, я включил голос. Да пора ли базарить уже? Дайте стол маги. Ну давай вместо меня экстрема пойдет. Нет. Она тут не в этом, не в ДПСе дело. Просто голые персы в рейде. Спасибо. Хотя был этот юприст. Все, идем таким составом. Если вайпим, соберу пряника вместо боли, и мы убиваем. Давайте чек на пул, пишите, что кому не хватает. Боль СС на Хатая вешаешь, в идеале на СС на Войткнайта. Пусть он Хатай зайдет ретриком, я в хила спек на все. Иди ты в жопу! Все, все готовы, запустил лича. Хатай, хочешь заходи на ретрик, у тебя есть целых 30 секунд. Горит какой-то, блядь. Мы не суманем его уже, мы не суманем. Ну все, значит, удачи. Наливай. Разбойник просит каску, друиды хотят крест. Дал каску. Всем не угодишь, хули. Боль СС на Хотая вешаешь на второй переходке. Вудяла на Войткнайта. Или кто из вас БДК, слышите? Войткнайт, все верно. На Войткнайта, значит, СС. Бафает кресты, крест друидам. Не знаю, кто бафает кресты, волшебные или герцогиня. Дайте крест по друидам. Кто бафает? Кулаки тоже крест. Может дать крест, потому что у нас нет котов. Но кулак висит. Ну, герцогиня, дай крест по друидам. Значит, герцогиня не бафала. А, нет, это волшебно не бафло. Я бафал за кресты. Все, заткнитесь, прошу вас. Голова пухнет от вас. И от Ромы. От меня. Тебя почти не слышно. Здесь ДДЦ, я скажу, когда зубы дать. Я совсем забыл про эту штуку, РДД ловушка. Также есть два охотника, просите его наноси, которые могут подиспеть отступление. Спасибо, охотники. РДД ловушка.
РДД ловушка. Проведи лечачить. Он себя диспелил. Лизни тотем, РТД ловушка. Пройди трэш. Шаркающий ужас. Он прямо около меня, РТД ловушка. ДТ, отойдите подальше. В идеалом выноси. Все, идите, сейчас все в звездочку поставлю. Ставил звезду. Звезда вообще в жопе стоит, конченая звезда. Только про 75% ГЦ, ДПС не изменился. Видишь, никого не менял. Он менял. Нет. В РДД ловушка. Сейчас чума будет, готовьтесь. ДЦ дай зубы. Кокосина выноси. Джерин, как был в рейде, так и остался, да? Зубы, все, есть зубы. Бля, дух, умри. Дим, давайте. Ну, поснимайте вступление, охотники, прошу вас. Каплю дайте. Дайте каплю, ретрики. Фух! Какой конченый протопал, да? Надавите духов, напуливайте духов. Гимны на ману уже были, у вас по 100% маны, все великолепно. Два охотника сферы бейте, все остальные бейте духа. Лови духа, я потом леща поймаю. Бейте две сферы, давайте ханты быстрее. Пэтов можете направить, чтобы они били. Все отлично. И сферу в центре добили еще. Дух сейчас должен отъехать. Когда отъедет, заберешь леча. Можешь уже забрать леча. Рост. Рост уже дали. Зачем ты говоришь рост, когда его дали? Я спрашиваю. Станем, Валик. Бейте трех валь. Ильрики, 5 секунд осквернения. Все, отошли, соло, выноси осквернение. Отлично, бейте валь, круг добейте. Круг и трусы. Отлично, все, бейте лича. Пусть РДД по краю остаются. Пусть. Надо обновить проклятие стихии, это минута. РДД по краю, все остальные давайте в звезду встаем. Хилы там типа. Так, это Джей. Давайте бьем, бьем круг. Только кружок, короче, бьем. Ромбики волшебные, не бейте ромбик, бейте круг. Все, бейте лича. У нас нету теперь кружочка стана, поэтому носок ты будешь станить круг. Хорошо, носок? РДД хилы по краю. Да, все по краю. Милики через 3 секунды на край. Раз, два, три, ушли милики. На балкон. Вот он, вот прям для... Осквернение хутай. И бежим все в звезду. Так, давайте станем валик. Бьем всех. Дайте АУЕ стан. Осквернение. Все, две улетели, молодцы. Дальше бьем леча, бейте леча все. Щелочка отпрыгнул, красава. Хорош, щелочка, это ЕП. Так, да, валькир 5 секунд. Идем в звезду, нам придется бить валькир. Все станы должны быть без КД. Не, мы не успеем убить лича, к сожалению. Бьем валик. Я в ромбике. Я в валькиле. Бьем трусы, только все ромб... трусы.
Трусы и ром бейте. Через трусы и играйте. Локи, нахуй вы круг бьете, трусы и ром. Бейте эти трусы, Рока, застань трусы, пожалуйста. Встаньте перед мордой валькиры, дайте мастан. Ну, трусы хотя бы добейте, боже мой, беда. Да все, бейте, не, убьем. Я улетел. Все, это нормально, убьем. Виталик, на тебя ассиста. Метку на меня дай, 41%. На край подходите сразу. Кто там в центре стоит? Стол, блядь. Какого хуя вы там делаете? Пошли на край. Нормально, все нормально. Хан второго духа. Бейте первого. Маны залейте и гимны спойте под тотемы. Когда это там? Залил. Лизни залил. Столбу залейте, маны. Столбу или столбу. Не переключайтесь со второго, добейте первого. Гро на первом духе, чувак. Ханты напуливайте на Войда. Рога тоже на Войда напуливай. Фух, второго бейте. Второго, не первого. Бейте маку, кружочек бейте. Все. Войд, ты с нами? Да. Ну что ты делаешь? Протопал слой, сейчас духа. Лови духа, протопал. Добивай. Я умер. Ой, блядь, я понял. Это сложно, шарик убить. И кружочек, все кружочек добиваем. Хильсь. Звездой. У нас есть какой-то труп на платформе или нет? Нет. Боль, Shadow Morn, Лизни Тотем. Я хочу, чтобы они плюсанули, что они прям тут, короче. Прям слышат нас. И их можно бернуть. Лизни Тотем, отлично. Пошли потихоньку дальше. Не ссыте, проходите. Кокосина не вешай, дедмани, ты вот кокосина будете сейчас духов ловить в тучках. Реча на край сразу. Кружочек, все бьем кружочек. Проводи сразу по кругу трону туда. Ну, чуть-чуть не в ту сторону, но ладно. Уходим сейчас, все бьем кружочек, прячемся, короче, там возле лича, за лича только не заходите, там духи у нас есть. Кокосина и дедмайнет. Вы, короче, вот ловите духов. Никто не должен умирать. Столб, иди к нам. Сыс на Войда дайте. Вам не нужен. Последний дух остался. Носок умер еще на платформе. Если не дотем, это хил. Да там три хила живут, ДД резать. Ну по хилу все нормально. Сейчас мы комнату посмотрим, как выживем. Пошлите, блять, КД звездопад. Идем звезду. Хиль, если. Сразу дальше чуть проходить. В стеночку ожмитесь. Под стеночку идем. Стоим, ждем взрыва, ну зачем вы, дальше. Ну там хватает, короче, у нас секундочек всего, блядь. Пошли. Сильно в стеночку, выжмитесь. Лучше Shadow Morn, я думаю, рисовать. Да я такой большой вообще никого не рисовал. Пошлите, Void, на тебе есть СС? Да. За угол. Идем туда. Порталу. Идем к порталу. Духа добейте. Синди, найди, помогай хлопать. Вижу, прям вижу хорошо. Так, троны переводи чуть-чуть.
Я похлоп. Ну кого ты похлопаешь? Лича на край здесь стал, блядь. Там кокосина и дедмайна докатились, тучки, если че. Гибелисус умер. И ты. И я умер. Бой дал звезду, веди. Дай мне БР. Ты реснешь потом клёну. Ходай клёну, подними. По всей комнате, я понял. Звездочку. Пейте духов, я вам сейчас не помогу. Стали тут, пробежали дальше. Тут стали, пробежали. У стеночки. Тут стоим, пробежали. Стоим. Духов, дух, пробежали. Двигайтесь везде всегда, ни впереди, ни сзади. Стоим. Побежали. Стоим. За угол. Все вы. Звезду. Рысь не клену. Поднимай сейчас на трон, прям куда ты их идешь? Да к трону веди на край. Охотой подними клену. Теперь к порталу все уходим. Ну давай, хутай, резай клёну. Дал тебе голос, что ты не можешь сделать? Вот, все, отлично. Потому что духи летали. Идите из-под духа. Эти бафы хоть какие-то. Дал звезду на Виталика. Виталик, резни носка. Уже, вставай, носок. Дайте бафы по носку тоже. Лапку дайте. Лапку перестабав. Сколько до версии, я не вижу. Ну, у меня пока 14 минут. В этот раз убьем. После комнаты сейчас. К трону все идем. Пошли в звезду. Идем. Пошли дальше. По стеночкой, только под стеночкой, пожалуйста, никого не убьет. Пошли дальше. Стоим тут. Хилимся. Пошли. Пошли за угол сразу. Залил мана. Пошли. Идем. Все нормально по хилу. Идем. Стоим тут. Стоим, хилимся. У Войда только хп поднимается. Кто там, блядь, Рочестер? Зачем ты туда лезешь вообще? Пошли к трону. К трону пошли. Дайте. Рост дайте. Достишь. Зимним сесть. Дедмайн, кокосина, подмогайте. Сейчас прям ваши. Следующие духи. Это Синдин. И кто? Блять, даже пала нету. Из... А ну все, только Синдин будет тащить это все. Джерри он может. Опять у тебя духи в центре. Славик, сука, ну какой ты... В центре. Алло, слепой? Не ругай меня, этот. Последняя, возможно, комната. Синдин, твои духи. Рочер, ты ШВ прожми и лови. Во, вот это на краю прям, понимаешь? Бафните каску 8% у кого есть. К трону потом пойдем. Хильте у Диалана сразу, щиток ему дайте. Пошли звезду. Звездочку идем, звездочку. Пошли. Почему у меня берса 12 минут пока? У нас берса, пошли. Берса улича. Уже? Пошли потихоньку. Потихоньку хилимся такие, все, никуда не спешим, никуда не ломимся, блять, в стеночку вжались, пожалуйста. 100%. Пофиг на эти бомбы, они до нас не достанут. 19%. Короче, повесил круг на бибопе, бой с бибопом, давайте таунтите. Ищи два ханта, помогайте тоже, разлетитесь в квадрат просто и таунтите. С чего будет интересно еще? Беги, малышка, беги! Патронусь. Самогон под ШВ забирай духов. Я устал, духов. Угу, камень. Вставай. Каунти, он на меня идет.
таунтите кто-то. А, блядь. Таунтите. Породисти, попробуй забрать на себя и прожать этот... Смерть, короче, притвориться мертвым. На самогона, повесь метку. Самогона лич идет, таунти. Самогон, таунти. Самогон, таунти. Конец. Уйдите быстрее кто-то. Что это сквернение? Меня захерачит сейчас. Самогон, таунти. Самогон, таунти, блядь. Он в РК? 5%. Это сейчас будет комната, сука. Все, все сдохли. Да, это беда. Пизда, ребята. Прикольно. Подождите, а можно вопрос? Просто вот. Пошли вторые звезду. Варки, кто в них? Был? В звезду идем. Выходим из облика, все подхиливаем. Пошли. Там? Дальше, 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 сразу бежим дальше. У нас есть охотник. Пошли. Это он сейчас читали. Идем, 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 идем. Идем. Раз, два, бах. Носок умер только. Стоим. Война тут. Вырос. Пошли. И зал у вас сразу. Почему? Типа, стоим. Этот, как его? Легенды пошли. Развалились уже. Пошли. Да и хер с ними, блять, кто это такие. Вырос, короче, все, леча, все, леча. Нормально, домашки. Вырос. Блять, я просто. Сука. Щелочка, забери с леча. Да ну я все время ждал, когда лично меня я бы откатил его под спринтами. Ну я лошара, я сдох. Кто был во вторых вальках? Скажите, пожалуйста. Так, давайте посмотрим. По ретрикам там совсем беда, вот кто из них, у двух ретриков по ДПСу беда? Да не беда, просто сука, бейте. Кого? Вы отпустили топ дамагеров, я смотрю просто. Жмук, ты тут? А при чем тут дамагеров? У нас просто на БДК дно какое-то, блять, которое отворачивает. Шел не ты так. Нафиг, иди там, танчи, блять, я на СУ 6-1 зайду. Блять, так ты просто давай как самый ДК. Два ханта, Виталий, два ханта и рога, блять. Нихуя на пула, блять. Если мы спокойно убиваем в три хила столб, соло и хутей, может быть мы лизни тотема спекнем? Не, Элема? Спокойно кого-то из них отпускаем. Давайте на 6.5 все зайдем, блядь, и убьем это говно. Димон, блядь, Димон. О, там вальки резнулись, аккуратно. Тогда лучше хатая отправить на ДД. Назад, 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 охотник, притворись мертвым. Пятый час рейду, пятый. Смысл, если хатей зайдет на ДД, тогда у нас не будет эрдру. И чё? Зачем эрдру? Ну, эрдру, мне кажется, поярче будет в комнате. Ты видел, как я вон... Вчера кто был? Эрдру был у нас вообще в районе, по-моему, нет? Не помню. Короче, заходите, я расскажу вам на нормальный план. Нет. Я не очень хочу, чтобы ты рассказывал нам план. Блядь. Давайте, знаешь что, давай РЛ Джейми, блять, он первый анбаф убивал, и пусть сейчас нормально весь этот рейд закончится. Сейчас, короче, просто жмук ты тут. Я спекнусь в хило. Смысл от этого? Хотель зайдет на фулового ретрика. Подожди секунду. Я спекнусь в хило, хотель зайдет на фулового ретрика. Резни тотем в Элема или на Лока зайдет, или на какого-то ДД, которому не нужен ему лут в других рейдах. Поменяем боль, но если вы прям быстро хотите убить, мы сразу убьем с этого же трая. Поменяем боль и волшебную, если у нас есть другой ретрик. И все, в принципе, можно хуярить. Рассказываю мой план. Волшебную уже поменял. Взял пейпер в рейд, надеюсь, он даст больше ДПСа ретрикам. У тебя же есть ретрик? О, я там слабый очень. Это Шла. Плохо, но у тебя есть кто? Холик, БДК, Сова, Афлик, Демон. Так, ладно, есть кто у кого есть ретрик? Ретрики есть в РК? У кого нормальные ретрики, которые дамажат? У меня, хатей. Блин, давай я уже зайду. Я уже налагонился. Давай, заходи. А вон хатей зайдет на ретрика и все. Хорошо.
Подожмок может походить пусть... Боль, да? Пеппер может зайти на демона, а Боль мы тоже поменяем. Вы же говорили, что Боль это хороший чувак. Ну Боль локом был, который 7к ДПС дает. Он как бы может быть хорошим чуваком вне рейда. Просто охуенно. Так, ДДшки, кто хочет на лича 25 гир? Только РДДшки, пожалуйста. Так, лок, давай локом. Сейчас зайду. Важная информация для тебя, там Фурик 6.3 офнулся, наверное, расстроился. Какой? Он писал, что он релок. Заходит. Гибискус, который от духов умирает на третьей фазе. Это нормальная тема. Так, Боль, портуйся в Долоран. Афликом или демоном? Либо афликом, либо демоном, не знаю. В идеале он, ты сейчас с кем? Демон? Значит, демон, ты афликом. Афликом, значит. А кем жмук заходит? У жмука только демон. Жмук пока что... Посмотри, три слота. Это жмук, васабик и дилвас как раз. Почему ты не хочешь жмука взять локом? Я могу... Потому что, чтобы у нас было три лока, охуенно бы. Мук, заходи на лока. Ни одного лока не схватит. Ты зачем ты с ними соглашаешься? Они надавили на тебя. И они, короче, как обычно, как бомжи будем убивать с лока. А мы можем не жмука взять лока, а Анорексиса вон варом взять. Будет охуенно тоже. Сейчас жмук лучше на лока зайдет. Или жмука совой можем взять. Или из Нитотем пусть спекается, или в Элема, или заходит на ДД на какого-то Фурала. Давай, новая идея. Давай, Джей на Лока заходит, Клёна тоже на Лока заходит. Я тоже захожу на Лока. У меня тоже Лок. КД на Локе. КД. Лок без КД. Синдин тоже на Лока. Боль, выйди с инста. Блять, а вы смеетесь? Я был когда-то в рейде кнутов, у них 9 локов было на лече. 9. Так сделаем, охуенно. 6 локов. У меня тоже есть Лок. Найдите БДК. Тупо с первого трая убьем. Все, сейчас мы и так убьем. Это засумоньте мне, пожалуйста. Да, тыкните сумон. Дилвас, ты, короче, бафуешь кулаки, герцогини, кресты и каски. Хорошо. Че приду, бью. Окей. В гичат присунул, огородник. Блин. Еще раз присуни. Сейчас, подождите. Так, Джей в Эрдру. Эрдру. Да, давай Лизнецетем спекайся в Лема. Вот. ДПС за глаза. Так, сумоним тыкните. Кого еще сумонить надо? Арагорн, у тебя демон только? Эй, Африк есть. Это... А, ну давай в Африк. Поставьте, пожалуйста, хавку, а то у меня маны нету. А что вас заставляет такие спеки в протопаладина? Так я его не делал. Чекайте, что там чувак орёт, волчать. Я вижу, я ему чес уже кинул. Я взял спеку этого какого? У злого. Не, ну это еще нормальный спек. Варенька нормальный спек был за протопала, мне понравился. Да, топовый. Я пойду потом в Варенька перебьюсь. Так что, все а тут? А что там он орал? Я уже... Ну, типа, что Ангелок развалила гильдию легенды и что Даркстарсы ликуйте. Она там не развалена, я сейчас узнал у меня. Ну, ты в ней просто стоишь. Та легенда живет давно, можно сказать, развалены. Значит, так считать, да, они же там уже в основном никуда не ходят. Все, на всех есть каски. Чек на пул по ССам. Вуди Аллен, вешай СС на Джея. Аркасия, вешай СС на ваш шанс. Арагорн, СС на... Мне не нужен СС, вешайте на танк. Ну мы и так повесим на танка СС, на тебя еще заодно повесим СС. Арагорн, вешай СС на Войт Кнайта. Кулаки раздайте, пожалуйста. Поешьте рыбу. Так, диспелит теперь у нас либо столб, либо соло. Столб не играл 2 года, поэтому соло ты разлагал?
Да-да-да. Подиспелишь? Да, конечно. Я просто не спалил. Хорошо. Ну все. Так, чекаем на присутствие, на готовность, на пул. Кто? Диспели чему сейчас? Соло. Прист, пятая группа. Консоло. Да, там же умирали люди, когда он диспелил. Он сказал, что сейчас с ним все хорошо. Это было один давай, раз. Брат, я в тебя верю. Все, сейчас Вуди Аллен зайдет в игру и начнем. Начинай, я скажу. Хорошо, запустил. Только не роняй соло щитки из танков, потому что там, говорят, лошанц тряпочный танч. Да нормальный танч. А собака у Лока это маг, да, считается? Чтоб кулак был, да, кому да, нужно. Да. Кулак, дайте, дайте пожалуйста, магом кулак, да. По станам, короче, Дилас, ты станешь кружок, герцогиня ромбик, я трусы станю. Ну, сейчас типа ДПС много, поэтому ни одна валька не должна улетать. Чё, типа, кто-то нажата кнопка, много. Можно отжать? Насчёт ДПС это не понимаешь. Бибо, подожми кнопочку, пожалуйста. Каску, роги, кулак, ханту. Каску, роги. Есть кулак. Ну да. На какой фазе? На какой фазе сейчас кидать? Нету интеллекта, магии. На второй переход. СС еще раз выделала на Джея, Аркасия, на меня, Лошанс, Арагор, на Войт Кнайта. На второй переходке. Да кастерскую поставьте, кто там. Все, да поможет нам великая сила. О, щупальца. Милики, ловушка, РДД, стойте на месте. На соло, щелочка, выносите, щелочка. Спел. РДД, ловушка, милики, стойте. РДД ловушка. Звездочку нет? Сок выноси, на сок. На ред, скажите. Блять, столб. Да, ты меня... РДД ловушка. Милики-ловушка, милики-ловушка. Псих, тебя не слышно, псих. Сейчас, надеюсь, слышно. Да, сейчас слышно. Спасибо, РДД-ловушка. Ну, остановитесь, вы звезде, блять, куда вы пошли? Породистый, особо одаренный какой-то, блять, я не знаю. Ну, край. Переходка. 70, дал сакру, дал сакру, дал сакру. Так, убедите. Все тут уже. Да хил рейда. Кокоси на гимн на хп дай. А, дедмайндед гимн на ману и ставьте тотем. Сферы подбивайте ханты. Дай зубы. КД. Ну ладно. У меня просто станы на КД. О, есть стан один. Я промахнулся станом. Ревностный. Фух. Хорош. Так, бьем духа, напуливайте щит, духа. Щит и тоже прям давайте, и гимны. Да было уже это. В смысле было, у меня маны сейчас никакой нет. С маны. Зачем? Зачем вы заливаете маны или с нитотем? Он теперь релем, прием, друиды. Заливайте всю ману столбу. Никому ману не заливал. Тебе залили. Нет, это у меня тотем такой. Ага, ври. Я помню, заберу леча, бейте первым. Сферу, ханты, духа сфера. Забрать, находите или ча забирать? Ну потому что духа забирать, он перетаунтится. Какая разница? Мне кажется, мы из-за этого падаем. Да нет. Вставайте в звезду. Все, Войд забирали леча. Рост нет. Давайте рост, да, рост. В смысле КД? Вот, все, отлично. Звезду, станы, как говорил. Талик, ты рано выбегаешь. Видим. Бейте все валик. С К
осквернение, милики, отошли. Зантроп. Все, бейте лича, лича бейте. РДД по краю. Не нужно, все в центр. Будем разбивать всех валькир. Вставайте все в звезду, все в звездочку вставайте. На ком осквернение выпрыгивайте к трону, вправо. Дам сакру под это говно, только живите. И хоть бы трех локов схватило. Смотрите, Рога, застань кружочек. Давайте круг. Рога, понятно. Так, бейте круг. Эти все валик, всех валик, да, всех бейте. Ромб. Надо попробовать ромб. Не, там уже все. Не, ромбик. Хорош, чередой связал. Хорош. Давайте в центр, оскорение. Милики, РДД по краю, встаньте. Дадите отлича, все, идем все за спину. Кто ты? Давайте звезду. Станы должны быть без КД, давайте, всех валь. Последний валь, и потом переводим лича. 46% третий только появляются. Берем валькир. Войд, прожмись, Войд. Наблюдал. Быстрее, круг, трусы. Там в какой-то Эршам. Гром, Эршам, гром. Боже мой. Все, до свидания. Да, череду, нет череды. Бейте лича. Снизите темп, подхиливай рейд. Сразу ренджу набирайте только на платформе. Иннер Джею, Иннер Эрдру. Уходите на край быстрее, кто в центре там, дал сакру вам, быстрее бегите. Рендж набирайте между собой на этом говне. Проклятие вешайте на замедление каста. Ну не стойте вы в куче, разойдитесь. Совы, дайте иннер. Дайте иннер на джею всем. Ханты из сферы подбивайте. Ты их забираешь. Ты один хочешь что-нибудь? Ну пока, если он хочет. Мы уже видели, какие были лукашки. Пусть один танчик. Я подхилил. Да какой один? Все, следующего духа на пульте на меня лаш, на ваш шанс, и все, этого духа бейте только. Ханты в первой комнате, пуш. Главное, гимн на хп дайте в первой комнате, дальше все будет хорошо. Поставлю ча прям в духов сейчас, не надо ничего перетаунчивать. Ничего не перетаунчиваю. Давай сейчас, как Косина, гимн на хп дашь. Чего туда под морду полезете? Давай. Идем с звездой быстрее, к стеночке вжимайтесь, бомба КД там падает. Долго падает она, быстрее. Все, идем дальше. Дедмайнды, дай гимн на хп, если есть. Синдин, тоже гимн на хп. А, все, отлично. Синдин, не давай гимн, отлично. У тебя КД, понял, бежим. Идем. Войд, лови духов от рейда. ШПшки бейте. Чумой все пожирающий. Бежим. Кресты, сливайтесь еще в кольцо. Кольцо света это. Бейте духов, ёбер. Все, пойдем за уголок и стоим там до конца. Маги, блядь. Бейте гневного духа сейчас. На краю лича держи. Да вот на краю сам появись сначала, держи, блядь. Давайте, добили гневного духа, потом уходите все к трону. Пожалуйста, иннеры по КД. Убегайте за лечом, а духов уходите. Минуту, Ром. Стой на месте, зачем ты ведешь? Два духа.
никто ничего не летит. Ну не веди ты. О, какой же ты конченый. Буна не спускали две штуки. Чем со звездой? Читки, еда. А, у нас есть ДЦ, так что хорошо. У меня есть гин на ХП. Ну, не нужен, у меня сакру есть что-то. Идем дальше за уголок. Идем дальше. Простю хильте. Дал сак. Идем. Тут стойте, хильтесь. Идем, идем дальше по стеночке. Тут стоим. И дальше до стены. И тут до конца стоим. Все, дух. О боже, оскорбление в центре. Значит, ты так быстро будешь. А. Ткинь, ткинь духов, пожалуйста. Я оббегаю искорнение. Войдер под хильте. Дал каплю ему. Нейры нужны срочно. У тебя 30% маны. Дал тебе возложение, только не ной. Все, идем за звездой. Я гимн на ХП, дал. Давайте. Давайте гимн на ХП, у кого есть. Все, отлично. Живите. Жмите дефобилки, бежим дальше. Кольцом хильте. Идем дальше. За уголок зайдем и хильтесь. О боже, бомба, караул, бежим за угол. Все, тут стоим. Дальше идем. Теперь к этой стеночке прижались. Дальше идем, дал сакру. Все, можете центр побежать. Входите от лича. Без зуба ДЦ. Отлично, добивайте лича, не веди его. Ну куда ты, блять? Ну куда ты, блять? Такой конченый, сука. Так, теперь посмотрим